Если честно, то игра очень сложная. Шкафчик, шкафчик, шкафчик! Есть, я спрятался. Привет! Сегодня мы будем исследовать склад, в котором находятся все Rockstar аниматроники в новой игре FNAF Архив Фредбера. Это канал FNAF Play, а я медвежонок Фредди. Прямо сейчас ставь лайк этому видео, если тебе нравится хотя бы один из Rockstar аниматроников. Итак, игра обещает быть очень темной, страшной, с интересным сюжетом и с новыми Rockstar аниматрониками, конечно же. Погнали посмотрим. Так, здесь у нас есть даже уровень сложности. Мы можем выбрать легкий, средний и сложный, а потом еще откроется самый максимальный уровень. Но давайте начнем, конечно же, со среднего уровня сложности. Если вдруг, мало ли, там будет сложно, мы переключимся. Но я думаю, мы пройдем на среднем. Давайте посмотрим. После нескольких неудачных событий, которые произошли в Fredbear & Friends, компания решила заменить производство персонажей-аниматроников на совершенно новые модели. Несмотря на это, компания получила сильную обратную реакцию на свои действия, так как гости чувствовали, что новые модели были более роботизированными и менее анимированными, чем оригиналы. Так, мы послушали запись про аниматроников, про компанию Fredbear и друзья вроде, да? И мы, похоже, едем в этот склад. Прямо сейчас, не знаю, какого хрена ночью. Ну, как всегда, знаете, вот такие. У главных героев приколы такие ездить ночью в склады с аниматрониками. Это, значит, наш главный герой. Я не знаю, кто он. Возможно, репортер, возможно, он расследует какое-то дело. Но какого хрена ночью-то? Объясни мне, пожалуйста. Мы сейчас едем на склад. Не было, кстати, еще ни одного хоррора, где бы были Rockstar аниматроники. Я имею в виду именно вот в 3D, именно полноценным сюжетом. Это очень круто, потому что в игре будет много секретов, ребят. Готовьтесь сразу. И будет, конечно же, страшно, темно и много скримеров. Я надеюсь, что мы это пройдем. Но вы должны меня поддержать. Прямо сейчас ставьте лайки, ребята. Потому что я, блин, игра реально очень страшная. Я посмотрел скриншоты и офигел. Насколько там темно и страшно. Так, ну что, мы появились. И ни хрена не видно. Вот наша машина. Мы прошли через ограждение. И давайте пойдем вперед. Склад открыт, welcome, здравствуйте, добро пожаловать, аниматроники мне уже дверь открыли. А у меня фонарь есть? Хрен там был, свет уже мигает, ну все. Началось, вот он хоррор, ребят, вот он новый хоррор FNAF с аниматрониками Rockstar. И это будет очень страшно. Почему так темно? Это просто, ну, я не знаю, вам что-нибудь видно вообще? Напишите в комментариях, потому что я ни хрена не вижу. Я вижу туман вдалеке туман вижу. А в остальном очень-очень-очень темно. А можем прятаться в шкафчике? Ага, конечно, можем мы прятаться в шкафчике. Это тебе не Outlast какой-нибудь. Блин, ну нереально темно в этой игре. Это просто... Банку кто-то кинул, вот она покатилась. Капец, ну начинается. Это просто пробежал котик. Или крыса, или еще кто-нибудь. Что за кнопки? Это какой-то лифт? Похоже на какой-то лифт. Я могу приседать? Нет, не могу. Окей, ладно, пойдем вперед. Разбираться, какого хрена мы сюда приехали. Катсценки есть в игре. В конце, когда мы, наверное, ну, найдем выход, тоже будет какая-то катсцена. Это очень круто, кстати. Что, игра с полноценным сюжетом? А чё тут так темно-то, Я туда не пойду. Там ничего не видно вообще. Пойду-ка я... А можно я обратно? Можно я просто в машину сяду и уеду нахрен отсюда? Я передумал искать ваши всякие... да. Не хочу я с Rockstar аниматроников встречаться, они слишком страшные, наверное. А, мне открыли дверь, спасибо. Это просто сквознячок. Просто ветер дунул, и дверь мне открыл. Но здесь хотя бы что-то видно, ну, типа, как бы, очень-очень, опять же, темно. Но хотя бы видно, что я куда-то иду. О, комната, смотри. Опа, смотри, там что-то написано. Значит, мы все правильно делаем. Ну-ка, это фонарь? Это наш фонарь, я тебе отвечаю. Возьми его! Ты дурак? О! А как взять? А как взять-то? Так, просто кликнуть надо было. И где мой фонарь? Опачки. Ты не должен был приходить сюда. Ха! Зашибись! Вот теперь хотя бы видно хоть что-то. Я не должен был сюда приходить. Я могу, кстати, выключать этот фонарь. Но это не фонарь, это светящаяся палочка. Но как бы я пришел, поэтому извините уж. Не должен был я сюда приходить, смотрите-ка.
Ну это склад, это обычный склад. С какими-то продуктами, либо хрен знает с чем. Что-то там банки какие-то. Похоже на какие-то... Я вот не могу вниз присесть и посмотреть. Какие-то банки или баллоны с чем-то. Но пока что ничего страшного. Свет вырубили, ну спасибо. И так было темно, как в жопе, так еще и свет не вырубили. Но в ящиках я прятаться не могу, опять же. Я просто попробовал, мало ли. А можно я пойду? Серьезно. Можно я просто сяду на машину и уеду? Ну, свет вырубили, уже признак того, что надо валить отсюда, правда? Я вот так думаю лично. Это мое мнение, давайте просто свалим. Аниматроники, идите в задницу. Так, здрасте. Ага, меня закрыли, я понял. Я вас понял, меня закрыли. Меня закрыли. Ну да, это склад. Ну, пока ничего страшного. Пока просто ходим, пока изучаем местные достопримечательности. О, я могу сквозь бочки проходить. По крайней мере, сквозь вот эту могу проходить. Видал? Да я уже какой-то... Может, я призрак? Так, ну давайте пойдем в эту сторону. Мы сюда, по-моему, еще не ходили. Тут очень много места. Очень много места разных комнат. Надо же куда-то идти. Мы что-то должны найти. Мы должны найти что-то. Раз мы приперлись в этот склад, то мы должны что-то найти. Поэтому мы ходим и ищем. У меня есть фонарь, но он такой себе, если честно. Это, блин, не фонарь, это какой-то отстой. Так, а тут окно. Тут окно, и там светло, кстати, на улице. Опа. Так, кто-то себя распаковал, судя по всему. Там что-то есть, смотри. Там какая-то кнопка или рычаг. Ну-ка, рычаг, подожди-ка. Вот из этой коробки, судя по всему, вылез аниматроник, да? Либо вся пачка аниматроников вылезла из этой. А чё я не могу пройти-то? Чё всё перегорожено-то? Ай, блин, ну вы дебилы! Кто там на меня коробками кидается? Началось вот это вот. Рычаг. Да, ты чё, конченый, что ли? Фу, это был Лефти. Он одноглазый, это был Лефти, офигеть. Ах, так. А так должно быть? Так должно быть, отлично. Вот это я сейчас обосрался. Кто обосрался, плюс в чат. Плюс в чат. Плюс в комментарии. Здесь кто-нибудь есть? Кто бы ты ни был, у тебя очень большие неприятности. Я уже понял. Времени мало, они все идут за тобой. Найди выход отсюда так быстро, как только сможешь. И попробуй найти вещи, которые помогут тебе. Ага. Офигеть. Спасибо, Фонгай. От Фонгая польза, конечно, да. Вали отсюда, ищи что-нибудь и... Ага, обучение, зашибись. Значит, написано. Добро пожаловать в архив Фредбера. Эта игра только начинается. Значит, первая вот эта штучка, это ключевые предметы. Вы будете их находить по мере прохождения для того, чтобы сбежать. То есть мы должны найти какие-то предметы, чтобы сбежать. Но это понятно. Второе, таймер, который находится у вас вот здесь, рядом со мной. Написано, это время до того, как Фредбер активирует. Фредбер? Да ладно, еще и Фредбер. Окей, ладно, Фредбер, допустим. То есть мне надо успеть, пока не проснулся Фредбер. Ясненько, за время. Здесь есть несколько путей побега в этом складе. Все это зависит от ключевых предметов, которые вы найдете. Чтобы подбирать ключевой предмет, нажимайте кнопочку Е. Ага, зашибись. Значит, дальше. Вон, смотрите, аниматроники, их видно, вот два. Стоят Бонни, по-моему, да, Рокстар, и, по-моему, Фредбер. Попробуйте сбежать. У вас будет несколько путей отхода. За вами будет охотиться несколько аниматроников, которые... у них есть разные способы, чтобы поймать вас. В общем, держитесь. Угу, спасибо. Спасибо, спасибо, игра. Фонгай просто наорал на меня, говорит, ищи вещи, за тобой аниматроники, беги. Угу. Обучение хотя бы есть, это уже хорошо. Ну, все начинается игра, начинается месиво. Вот он, мои предметы, а вот он, мой телевизор. А за мной уже охотятся, если что. Вы что, думаете, нет, что ли? Хрен там был. За мной уже выехали. Так, мне надо искать предметы, насколько я понимаю, да? Здесь ни хрена нет? Здесь ни хрена нет. Пойдем искать. Сейчас будут скримаки, готовьтесь. О, дра-ра-да-та-та-та. Здравствуйте, ты какого хрена тут делаешь? Ты конченый, что ли, слышь? Это Бонни. Ой, кто-то ходит, пойдем нафиг отсюда. Кто-то ходит там. Там кто-то ходит. Очень страшно. А предметы я сегодня найду какие-нибудь? А, что-то было, подожди. Пресс, Е, что, куда? Я что-то взял? О! В смысле? Там кто-то ходит, нахрен. Там кто-то ходит. Вы что, дебилы? Не надо меня это, слышь. Не надо. Рокстар Бонни. Ой, прям кто-то сюда. Прям сюда кто-то идет. Мне хана, мне хана. А как? Я спрятался.
Чё ты сказал? Чё ты сказал? В смысле? Нет! Грёбаный Лефти, ты чё делаешь-то? Он опять меня напугал. Меня заметил Лефти или кто это? Рокстар Фредди вызывает Лефти на твою позицию, чтобы атаковать. Сам он не атакует. А-а-а. Грёбаный Рокстар Фредди. Ладно, спокойно. Давайте бегать. Уже кто-то бежит ко мне, да? Меня сейчас убьют. Меня сейчас убьют. Есть двери. Двери не работают. Кто-то идет? Кто-то идет сюда. Бежим. А мне хана, да? Мне хана уже. Мне уже хана. Мне хана. А! Да блин, ты что, дебил, что ли? Что за скри... Откуда он вылез-то? Он должен был бежать оттуда, а он пришел сзади. Иди в жопу, Рокстар Фредди. Короче, подожди. Мы пока что видели Рокстар Фредди и Бонни и Лефти, конечно же, который нас пугает. Лефти просто так не приходит, его вызывает. Да капец, это сложно. Я чувствую, нам скоро придется на легкую сложность переходить. Что-то реально какая-то жесть. А! Бонни, иди в очко. Стоит там, он мне проход загородил, между прочим, своей рожей. Опять? Да вы чё? Да... А, Лефти, то есть еще и ходит где-то. Так, Лефти патрулирует склад все время. А надо прятаться в шкафчик, чтобы его обойти. То есть в шкафчиках все-таки можно прятаться? А какого хрена я не мог в них прятаться тогда? Я сейчас на изи буду проходить игру. Не-не-не-не, вы что, гоните, что ли? Что-то сложно вообще. Не, ну реально сложно. Если честно, то игра очень сложная. Шкафчик, шкафчик, шкафчик! Есть, я спрятался. В смысле, я был в шкафчике, ты чё? Лефти, ты охренел? Я был в шкафчике, и это невозможно. Это пока что самая сложная игра. Не, вот, если на полном серьезе. Потому что тут ни хрена не видно. Вон там заяц, да, будет сидеть? Да, он здесь. Может быть, тут что-то есть на этом складе? Заяц, он вообще не двигается. Ему насрать. Рокстар Бонни, как бы, все пофигу. Я не вижу ничего. О, а тут можно пройти, да? Вон там все у нас. О, отлично, вещь. Давай. А, кликать надо, все вспомнил. Я пытаюсь Е нажать. Кликать, я кликнул сейчас на вещь. Я взял отвертку, у меня есть отвертка, хорошо. Так, отвертка у нас есть. Может, хотя бы какой-то выход найдем сегодня? Типа, отвертка. Опа. Так, а тут мы были, да, похоже? Да, мы тут были, кстати. Черт, за мной идет кто-то. Черт. Так, я выключу свет. Так, идет Фредди там. Он сюда идет? Он сюда идет! А я свет выключил, меня не видит. Это Рокстар Фредди. Ты охренел? А, дебила, кусок, я обошел его. Так, Бонни, ты какой-то странный, ты меня бесишь. Тихо, Бонни со мной бежит. Спокойно. Мы что-то. Мы уже нашли что-то, кстати, с вами. Мы нашли с вами отвертку, да. Тихо. Там куда есть. Блин, игра нереально темная. У меня 405 секунд, кстати, осталось. Да они там толпой, что ли, ходят, алло. Бежим. Просто валим нахрен отсюда. Просто валим. А где выход-то вообще? Как выглядит выход? Это что? Дверь не открыта. Ё-моё, мне хана. Это выход. Выход не работает. А, чё это? Не понял? Складки, ключ, кто? А, здорово. Я нашел ключ от какого-то склада, подожди. От какого? Там вот что они все ходят-то со всех сторон? Еще один приперся. Смотри, там жопой ходит, этот передом ходит. Как бы у него по глаза... Ой, он сюда идет. Да ты конченый! О, Бонни, здорово! Началось вот это вот. Вот это вот, конечно, попадос. Вот это попадос. О, ну все, Бонни там, тихо. Он что, круги нарезает вокруг меня? Как акула? Там стоит Бонни, если что, если кто не видит. Там у него глаза светятся. Давайте я поставлю изичную сложность. Это что, какая-то жесть, если честно.
Я пытаюсь найти какие-то вещи, но их нет. Как бы искать вещи — это такое себе удовольствие. А выходы закрыты. Спокойно. Выход закрыт. Видишь, Е. Мне нужны отвертки и молоток. Всего-то навсего. Отвертки и молоток, отвертки и молоток. Но отвертку я нашел, молоток надо найти. О, Бонни за мной ходит, задолбал. За мной ходит Бонни, как я найду, блин, молоток? Если за мной ходит Бонни. Опа, 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 спокойно. Молоток найди, называется, ага. Найди молоток и не обосрись. Так, прошел мимо, спокойно. Они друг за другом ходят, это читерство. Там еще один идет, сейчас, смотри, сейчас пройдет, смотри, смотри. Вот, 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 пожалуйста, пожалуйста, прошел. А можно мне предмет какой-нибудь? Где вообще спавн предметов? Я не понимаю. Ну мы хотя бы их научились обходить более-менее, этих дебилов. Тут вообще тупик, да? Вот тут, короче, тупик. Вот тут, если что, реально тупик. Тут вообще ничего нет. Тут тупо, короче, рычаг. И все, и тут нет вещей, ты понял? Не, ну, если честно, я не понимаю, где предметы находятся. Я нашел, кстати, какой-то ключ. Здорово. Здорово. Ага. Ой, я какой-то ключ нашел. А от чего я нашел ключ-то? Подождите. Так, Бонни, иди в жопу. Надоел мне. Опа! Так, спокойно. Спокойно нахрен. Я что-то взял. Отвертка и молоток. Так, а можно я открою дверь? Я нашел, все, я могу свалить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, спокойно. Спокойно. Нет, да иди в жопу, козлина! Да в смысле, как так? Лефти, иди в очко. Не, серьезно, они патрулируют очень жестко. Давайте я на изи сыграю. Нет, я не хочу. Мне надо... Да, короче. Все, попробуем еще разок. Если что, в следующей серии будем на изи пробовать. Потому что это жопа. Короче, я знаю, где... Надо изучить этот сраный склад и все. Бонни, иди в очко. Мне надо изучить склад. Все его места. А здесь ни хрена больше. Ой, кассета. Я нашел кассету, отлично. Так она даже не подсвечивалась, ты видел, да? Кассета вообще не подсвечивалась. Как я должен был ее найти? Так, ну это Rockstar Freddy. Ну хотя бы монеты не просит, знаешь? Надо бы сейчас ходил, please deposit 5 coins, please deposit, так, спокойно. Проходим. Обошли, на изи вообще. О! Да закройте! Ты чё такой конченый? Почему нельзя нормально в шкафы залазить вот на одну кнопку? Почему я должен заходить в шкаф и еще и закрывать за собой дверь? Почему не сделать как в Outlast, чтобы нажал одну кнопочку, он зашел в шкаф? Ну это же капец! Это же неудобно! Это во-первых, неудобно, во-вторых, это капецкая жопа. Вот в какую сторону? Я не могу так и запомнить этот грёбаный склад. Я должен был его уже изучить наизусть, но он какой-то вообще плохо запоминающийся, вот серьезно. Я вот еще вещи спавнятся рандомно, да? Вот по-любому же предметы все спавнятся рандомно на этом складе. Не работает эта дверь. Я вот пытаюсь... Вот смотри. Нет, кнопка есть, смотри. А что это за кнопка-то? Как бы я понимаю, это кнопка. Но что это за кнопка? Кто-нибудь мне может объяснить? Я вот в принципе не понимаю... Ну-ка нахуй. А у меня жопа, все. То есть он меня в любом случае догоняет. Хоть я убегу за 500 километров, он меня в любом случае догоняет. Не, ну это слишком сложно. Это реально слишком сложно. Аниматроники на этом складе, они какие-то дебилы. Они просто лютые. Они... Их невозможно... Ничего невозможно с ними сделать. Они конченые, ты понимаешь? Они просто конченые. Вон, видишь, там что-то светится. А я тебе говорил. Вот, что это за дверь? Что это за говно? Чё? В смысле? Иди в жопу, я код набираю! Чё? А, еще и этот... Еще... Это кто сейчас был? Это Rockstar Bonnie был? Rockstar Bonnie двигается туда, когда ты не смотришь. А, все время смотри на него. Я понял, да, я понял его систему сразу, когда увидел, когда он на меня не стал идти. Ладно, хрен бы с ним, пойдем сюда. Сюда мы, кстати, не ходили, по-моему.
там сразу двое идут, я слышу, да. Так, даже не думай, грёбаный Rockstar Bonnie. Тут вроде никого нет. Да, никого нет. Угу, никого нет. Rockstar Bonnie, ты слишком упорот. Отстань от меня. Отстань от меня. Опа, опа, кнопка. А чё, она тут была всегда? А чё это за кнопки-то? Мне кто-нибудь объяснит сегодня, нет? Типа я уже две кнопки... Вот там еще кнопка будет, смотри. Может, дверь? Ни хрена. Вот здесь кнопка сейчас будет. Тут чекай. Не понял. Кнопки нет. Тут рандомный спавн предмет. Йо, ну это все, это конец. Не, ребят, это жопа. В этой игре все-таки рандомный спавн предметов. Ну и кнопок на стене тоже, судя по всему. Так, идет сюда. Ясненько. Не, ну рандом в игре это, конечно, хорошо, но, блин, но. Ой, кого я вижу? Какие люди! Rockstar Bonnie, иди в очко. У тебя гитары, кстати, нет. Ты... А, да блин! Фу, этот дебил с ним. Hello. Иди в очко, а. Все, последний раз пробую. Она сложная игра. Сложная, темная, как в жопе. И ничего не видно. И не видно, где предметы. Где предметы, меня бесит? Почему предметов-то нет? Я постоянно пытаюсь найти предметы, но их нет. Они вроде как должны быть подсвечены, но они ни хрена не подсвечены. Они не подсвечены, но я нашел какое-то... Это что такое? А, это говно, подожди. Здесь была... Но я кассету взял. Так, Rockstar, хрен, иди отсюда от меня. Тут много дверей на самом деле. Нужны ли они, я не знаю. А вот опять кнопка, пожалуйста. Кнопка, пожалуйста. Я ее нажал, но я не знаю, что она дает. И какой код, кстати? Может быть, код будет известен в кассетах в этих? Ну, понятно. Мне уже хана. Все, минус я. Здравствуйте! Лефти, хренефти. Нет, ну это капец. Не, все, ребят, давайте на этом завершим, потому что это какая-то дичь. Это реально какая-то дичь. Игра сложная. И... Она требует запоминания карты в первую очередь, потому что карты здесь нет. Ничего тут нет, короче. Тут есть склад с аниматрониками с Rockstar. И еще у нас есть таймер до выхода Фредбера. В общем, только я хотел выключить эту игру и завершить серию, как тут внезапно у меня забаговался Лефти. Ко мне... Я просто стоял на месте, ничего не делал. Ко мне подошел Rockstar Freddy, натравил на меня Лефти, и теперь он бегает как сумасшедший вокруг меня просто и не может меня убить. Вот видите, он мелькает здесь. Еще напротив меня стоит Rockstar Bonnie, и они ничего не могут мне сделать. Может быть, я тупо бессмертным стал? Я не знаю. Мне кажется, если я сейчас шевельнусь, то меня убьют. Но в любом случае, я уделал этих аниматроников. Я, опять же, сломал игру. Поэтому, Rockstar, идите нафиг. Игра сломана. Вы тоже сломаны. Не может для меня убить, короче. Но давайте все-таки двинемся и посмотрим на скримак уже последний раз. И... Ну, я так и думал. Но в любом случае, это было забавно. Не ожидал я, что так будет. Но вот как-то так. В общем, игра реально очень крутая, в ней есть сюжет, в ней есть куча загадок, какие-то кнопки непонятные, какие-то двери, которые нельзя открыть, какие-то кассеты. Мы обязательно все это будем с вами проходить, разбираться и выяснять, что же, куда это все делать в следующих сериях, ребята. А на этом мы завершим. Обязательно ставь лайк, если ты быстрее хочешь видеть следующую серию и новые секреты по этой игре. Всем удачи и всем пока!